Всем привет и добро пожаловать на канал Bibi Taki Dolls. И сегодня мы с вами примерим два фэшн-пэка для кукол Барби. Но примерим мы их не только на Барби, но и на самых разных кукол 12 дюймов. И мы посмотрим на кукол от Integrity Toys, Poppy Parker, New Face, Fashion Royalty. И посмотрим на Барби. Во-первых, репродукцию Барби 60-х годов. Барби Пышку, Барби Мэйд ту Мув и Барби 90-х. Ну что, давайте открывать. Предлагаю начать с рождественской пижамки. Все-таки недавно был Новый год. И вообще не умею открывать эти упаковки. Я их просто раздираю. Та-дам! Итак, здесь у нас курточка, шортики и маленькая собачка. Собачка прям супер маленькая, я даже не знаю, это даже не щенок для куклы. Вот такая курточка, очень милый принт, новогодний. И она спереди на липучке. Не очень понимаю, почему ее прошили белыми нитками, потому что сама пижама красная, и белые нитки, особенно вот здесь, выглядят очень неаккуратно. И вот такие шортики на резинке. Ой, ну шортики мне нравятся, это прям миленько. Предлагаю начать с Поппи Паркер. Так, надеваем на нее пижамку. Ну, конечно же, шорты ей большие. Но, в принципе, это пижама, и будет не так заметно, наверное. Сейчас наденем курточку и узнаем. Вообще выглядит довольно мило. Мне кажется, даже вполне прилично. Так вот это выглядит сзади, спереди. Вообще мне нравится, и курточка довольно длинная, даже не видно, что штанишки у нас немножко падают. Посмотрим, как пижамка выглядит на куклах New Face. Если честно, у меня есть желание отпороть вот эту липучку с этими белыми нитками и пришить аккуратненько туда кнопки. Ну, здесь то же самое. Здесь у нас немножко большеваты шортики. Но в целом, ну, это же пижама, ей не обязательно быть в облипку. То есть в целом это выглядит хорошо. Посмотрим, как дела пойдут на Fashion Royalty. Вот здесь шорты сели лучше, потому что попка у Fashion Royalty побольше. И вот так эта пижамка выглядит на куклах Fashion Royalty. Тоже все отлично село. Ничего не торчит, не падает. Очень симпатично. Ох, ну если б не эти белые нитки, ну почему? Почему белые? Давайте посмотрим на Барби 60-х в пижамке. Конечно, приличные женщины в 60-х в таких пижамах, мне кажется, не ходили. Так, шортики. Шортики на самом деле немножко коротковатые, потому что вот эта вот часть, которая называется длина седла, она побольше у Барби 60-х, чем у кукол Integrity Toys. Застегиваем.
Ой, ну кое-как вообще. Очень фигуристая дама, и на ней прям... Ой, все, скукожилась. Ну, Барби 60-х, я уже думаю, что стоит перестать их мучить в этих примерках, потому что очень странно на них все это смотрится. Но вообще у нее такая же фигурка практически, как у Силкстоун. То есть, если здесь не подошло, значит и у Силкстоун будет такая же история. Барби 90-х более распространенный вариант. Так, пижамка на Барби 90-х. Ой, так всегда тяжело переодевать Барби 90-х. У них резиновые ножки. И по ним ничего не скользит. Все с мылом. Ну, конечно же, здесь видите, какая талия, да? А, да, все держится, но... Ну, это надо чем-то прикрыть явно. Сейчас попробуем прикрыть курточкой, посмотрим. Я не уверена, что она застегнется в груди. Так, так, так. Уж эти волосы везде. Нет, застегнулась. Застегнулась довольно легко. Вот так это выглядит. Ой, ну на Барби 90-х это прям миленькая. Прям здорово, красиво. Ой, мне очень нравится. Так, вы знаете, и под елочку посадить. Ну и, конечно, примерим на Барби Made to Move, для которой, по идее, должны идеально подходить эти наборы. Кстати, надо признать, что вот у этих наборов качество намного лучше, чем у наборов Puma. Хотя наборы Puma были подороже. Вот так это выглядит. Ну, конечно же, очень мило. Конечно же, то, как оно и задумывалось. И как и должно было выглядеть. И у нас осталась пухляшка. Специально оставил ее напоследок, чтобы ничего не растянулось раньше времени. Но я не верю. Я не верю, что мы в это войдем. Давайте посмотрим, попытаемся. Представляете, вошли. Вошли в шортики. Но они, конечно, очень облегающие. Тоже здесь та же история. Немножко маловат шов. Вот эта длина седла, шаговой шов. Ну ничего, зато влезли. Посмотрим курточку. Пальцы, пальцы. Очень много пальцев у людей, я вам скажу. Но... Ой, даже застегнулись, представляете? Вообще-то ей подходит. Да, так в облипочку, но подходит. Здорово, я удивлена. И второй фэшн-пэк Looney Tunes. И здесь у нас маечка. Тоже на липучке. Вот такая юбка. Юбка сверху на резинке, то есть застежки у нее нет. Сразу понимаем, налезет явно не на всех. И вот такая сумочка, эко-мешок. В общем, розовый, пластиковый, ну и сюда можно что-то положить. Примеряем костюмчик Looney Tunes на Поппи Паркер. Юбка села хорошо, не болтается.
Посмотрим, что будет с верхней частью. И вот так это выглядит вместе. И вот наша сумочка. Вообще, если смотрели видео, где мы примеряли костюмчики Puma, то в пумовских наборах тоже была майка, и вот там она была худшего качества, потому что материал был какой-то более мягкий, что ли, он весь задирался, разъезжался. Вот здесь это выглядит лучше. Примерим на New Face. Как видите, я не снимаю ни перчатки, ни туфли, потому что все это очень сложно надеть. Начнем с юбки. New Face у нас девочка стройная, на ней прекрасно все держится. Отлично села. Посмотрим на майку. Ой, майка тоже хорошо сидит. Ничего не торчит. Мне кажется, очень-очень даже мило. Вообще, эта юбка мне безумно нравится. И у нас здесь еще сумочка. Ну, сумочка, конечно, очень простенькая. Для Fashion Royalty она выглядит не очень реалистично. И еще она довольно тяжелая. Я боюсь, что она расшатает шарниры в руках. Поэтому так для фотографии можно применить. Но в целом я бы не оставляла ее на полке с этой сумкой. Конечно же, мне очень интересно, как на Fashion Royalty это сидит. Все-таки моя любимая линейка. Вот здесь уже более узкая юбка. Уже сложнее надевается. Но наделась. Тоже сидит хорошо. И маечка тоже сидит хорошо. Вот так это все выглядит вместе. По-моему, очень симпатично. Посмотрим на реплики Барби 60-х. Я точно уже могу сказать, что в попе она не войдет. То есть попец у Барби 60-х. Очень крупненький. Мы можем немножко попытаться залезть. Я покажу, до какой стадии. Ну, хотя, может, и войдем. Конечно, она у меня в купальнике, который... мне не хочется отклеивать его, потому что она останется в гадких клейких пятнах. Хотя, о чем говорить, у меня, видите, окрасились плечи у этой куклы. От ее оригинальной одежды она в черном пальто, и ручки у нее окрасились. Но, собственно, особо переодевать я ее и не планирую. Вот так она выглядит в Луни Тюнс. Вообще, Барби 60-х в современных фэшн-пэках выглядит очень смешно. Такое путешествие во времени.
Это ужасно. Это так сложно. Вообще застревает везде абсолютно каждый миллиметр резины по резине. Это ужасно. Максимальное сцепление. В общем-то, да, здесь то же самое, да, у нас здесь тоже широковатая юбка, ее надо закрывать, но здесь довольно длинная майка, и она закроет, я думаю. Так, надели майку. Ну, вот так, вот так. Мне кажется, ей совершенно не идет, но подходит. То есть, такие наборы для Барби 90-х подходят. Посмотрим, что у нас там с Looney Tunes и Барби Made to Move. В юбку вошли. Все в порядке. Все вообще идеально сидит. И надеваем майку. Ну и майка, конечно же, тоже сидит идеально. Вообще здорово. Смотрится прям здорово. Мне нравится. Луни Тюнс мерить даже страшно. Мне кажется, юбка просто где-то на середине застрянет. Нет, это невозможно. Я не могу ее даже выше пропихнуть. Она просто скатывается обратно. Да. Нет, милая. Юбка Луни Тюнс тебе не светит. Давайте хотя бы маечку попробуем. Ну вот маечка подошла. Маечка отлично сидит. В общем, мне кажется, даже лучше, чем на всех остальных. Спасибо большое, что посмотрели это видео. И обязательно напишите мне в комментариях, какой образ вам понравился больше. Как думаете, на каких кукол подошли эти наборы лучше? И на кого интересно смотреть, да, на кого следующий набор стоит примерять. Может быть, не все эти куклы вам интересны, не все эти куклы вам нужны. Или, может быть, наоборот, есть еще те куклы, на которых я не примерила, а вам было бы интересно.